Ребята, это Крым, Алушта. Здесь тишина, спокойствие. Не бойтесь, едьте, отдыхайте. Мы здесь на таком расслабоне, вы даже не представляете. Это вот, наверное, вот единственный отдых у меня, где я полностью расслаблена. Я себя здесь чувствую, как у себя на даче. Вот такое вот ощущение, что я где-то у себя на своей даче, на своей территории. Ребята, так уютно, так по-домашнему. Это видео для своего микроблога россиянка Светлана в украинском Крыму записала летом прошлого года, до взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Тихо, тихо, тихо. Что? Надо, да, надо ехать. Нет, это какой-то трэш. Да, надеюсь, это последнее. Светлана сильно перепугалась из-за детонации. Вместе с семьей в панике и слезах она отправилась домой, в Россию. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Ролик стал вирусным, а образ женщины – мемом. Вообще не хочу уезжать. Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма. Все говорят, что это произошло из-за неосторожного курения. Ну вот скажите мне, ну что в Крыму можно было такое курить, чтобы аж 10 самолетов взлетели на воздух, даже не взлетая? По телевизору говорили, что ПВО нас защитит, что у нас самое надежное ПВО. Живет героиня видео в Новом Уренгое, городе у Северного Полярного Круга. Мы сейчас еле тронулись, телефон поставила. Представляете, колодки за ночь примерзли. Вот вам, друзья, и морток. Надевай 7 порток, как говорят. Холодина страшная, ветрище. Несмотря на яркое солнышко, мы вот как тепло одеты. Смотрите, сугробы выше человека. Не знаю, как в других регионах, но у нас жуткий холод. Вот так у нас работает муниципальное хозяйство. Как в ваших городах, ребят, очень интересно. Женщину возмущает не только погода и работа коммунальных служб, но и цены на продукты, которым она поражается. Об этом блогер рассказывает в своих новых видео. Как бы не каждый может себе позволить здесь что-то купить, потому что дорого действительно. Ой, смотрите. Оно все такое заветренное, уже высохшее. Во время похода в супермаркеты и на рынке Светлана вместе с мужем Константином выбирают самые дешевые товары. Другого позволить себе не могут. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Где дешевле? Многое уже стало дефицитом, жалуется пара. Бери больше. Я беру 3 штуки, потому что по 120 рублей. О, кстати, бумага туалетная вот эта. Обалденная. Запах. Бомба, ребят. Целое состояние оставляем. Это вот на пару раз сделать салатик. Также сторонники вторжения России в Украину рассказывают о других аспектах жизни в их стране. Нас кинули с айфоном. Мы едем из NVIDIA. Будут производиться средства для посудомоечных машин. Таблетки, порошки, ополаскиватели. Ролик с истерикой по поводу отъезда из Крыма жительница Нового Уренгоя из своих соцсетей удалила. Полуостров, судя по всему, она посещать больше не собирается. Настолько все душевно, по-домашнему.